Всем доброго дня. Сейчас мы проведем прямой эфир о том, как правильно выбрать конструкцию теплицы. Вот. Смотрите, вот представьте, что вот как вы ищете теплицы. Сейчас все ищут в интернете, правильно? Сейчас минуточку еще подождем. Присоединяемся, смотрим, представляем. Сейчас вам прямой эфир проводит компания «Уральская усадьба», которая производит, не будем хвалиться, но производит весь ассортимент, всю линейку по ширине, по длине, по форме качественных теплиц. Давайте обсудим с вами, как выбрать теплицу, потому что на просторах интернета, как видите, у нас такая огромная выставка, потихоньку, да, чтобы качество было хорошее. Огромное количество теплиц. Даже у нас стоят теплицы, которые вон там зимняя, экспериментальная, в которой мы зимой растим помидоры, перцы и зелень. Вот. Здесь у нас растут огурчики у меня на салаты, которые мы по пол ведра снимаем круглый год. В мешках растут. Вас приветствует компания «Уральская усадьба». Мы сегодня вам расскажем, как выбрать качественную, надежную, капитальную теплицу, которая прослужила бы вам многие-многие года. Представьте, вот это вот телевизор ваш. В основном все выбирают теплицы в интернете, да? Вот вы не знаете никого, как нужно и выбирать. Значит, первое. Вам нужно определиться соответствующе с размером теплицы, то есть ширина, длина. Согласно вашему планировке участка или там ландшафтному или еще какому-то, или по возможности. То есть какой-то определенный кусок земли у вас на даче, саду, доме или так далее. Любой там шириной выбрали, ну, например, как все говорят, стандартную будем, 3 на 6. Все, размер выбрали и начинаете искать. Следующее, что вы шаг должны сделать, вы должны выбрать форму. То есть идем по форме. Вы выбираете форму, которая вам нравится и кажется самая оптимальная для вашего, так сказать, для вашей работы в теплице. Самая простая – это арочная форма. Ее в основном покупают, потому что на ней ложится целый лист. Дальше идем. Каплевидная. Ее покупают в основном за то, что у нее красивая форма, и на ней не лежит снег. Ее 100% не сломает снег. Дальше идем. Форма домик. То есть это классическая форма с высокой стенкой, высокой крышей. Ну, соответствующая с дорогой ценой. Следующее идем, парам-пам-пам, это все домики, да, идут, то есть каплевидная, домик и теперь павильон. Павильон, в чем тоже преимущество? В том, что у него, вот тут вот посмотрим, арочная форма, прямые стены 1,80 м, то есть 100% КПД попадания в производительность труда, можно так сказать. Еще есть форма Митлайдер, она там у нас стоит за уголком, то есть смотрите, есть основные формы теплиц. Это арочная, каплевидная, двухскатная дом, классическая, и павильонного типа. Четыре назвал. И пятая Митлайдер. Есть еще вот такая форма, готическая. Вот она у нас здесь стоит. Сейчас покажу. Еще готическая. То есть 6 форм практически. Вот видите? То есть это и не капля, и не дом. С закругленной стенкой. Идем дальше. Значит, вы определились с размером, ширина, длина, формой. Теперь вам нужно определиться с производителем. Что мы видим на рынке и что нам предлагает? Цинк. Значит, все там черную трубу мы не будем сразу же брать во внимание. То есть черная горячая горячекатанная труба, покраска грунт эмаль, ржавая, которая, от которой мы ушли по акциям давно распродали. Вот она. Это черная труба горячекатанная, да? Красится эмалью. Со временем, естественно, она подвергается коррозии и ржавеет. Как мы видим, что во многих садах происходит. Стоят ржавые теплицы. Следующий, значит, материал. Это оцинкованная труба. Вот, видите, это цинк. Но мы пошли дальше. У нас, собственно, так как у нас, собственно, полимерно-порошковая камера, мы красим. То есть, когда вы выбираете каркас, вам нужно выбирать оцинкованную трубу. Почему мы красим, сразу же вам скажу. Потому что, вот первое, это шов, который же у вас первый сезон будет ржавый. Швы сварочные, которые закрашивают чисто серебрянкой. А мы полностью, получается, проходит.
Вот она, видите, цинк, сверху полимерно-порошковая покраска. То есть оцинкован. Дальше идем. Толщина трубы. Но я вам скажу одно. Толщины трубы вам никто не признается, какая она у них есть. Все вам будут говорить 20 на 20 на полтора. Тут вы можете их немножечко обмануть и подловить. То есть, смотрите, вот мы производим из 20 на 20 полтора и даем гарантию 10 лет по снеговой нагрузке без ограничений. 10 лет. Вот такая арка, обычная, с горизонтальным усилителем должна у вас простоять, и ее не должно раздавить любой снегопад снегом. Вы можете на этом моменте поймать любого производителя. Если он вам скажет год, ставьте подпорки, снимайте снег, то соответствующе там будет просто труба 0,7-0,8 толщины, фольга. На эту трубу вам никто гарантии никогда соответствующие не даст и не захочет на себя вешать это ярмо в виде гарантийных обязательств, чтобы потом сотнями тысяч все это кашу расхлебывать или платить. Идем дальше. То есть форму выбрали, размер выбрали, каркас качественный с гарантией капитальной выбрали, то есть производителя. Фурнитура крепежная. Значит, мы применяем для крепления поликарбоната вот такие шайбы круглые. СПК-шные не применяем уже давно, потому что под них попадает грязь. Ну вот, обратите внимание, даже здесь они все у нас железные идут. Нигде нету стеклянных. На фурнитуру, то есть на качество. Здесь у нас все в цвет идет. Ручки, замки, как мы видим. Видите? Двойные с двух сторон. Следующее. Качество сварки. То есть швы, например, у нас, они все проварены в круговую. Труба вся, это полуавтоматы. Это не ручник. То есть обратите внимание на качество сварки. Следующее. Поликарбонат. Он играет очень большую роль в эксплуатации теплиц. Обратите внимание, как вкус в камере. Вот этому поликарбонату второй год. Видите? Это типа Югпласта Аквамарин, купленный на опте за 900 рублей. В прошлом году был град. Вот что с ним случилось. Все остальное стоит качественный поликарбонат, дорогой премиум класса. Мы его специально ставили, чтобы показывать нашим клиентам, что не надо гнаться за дешевым товаром. То есть от выбора поликарбоната много зависит. Мы только рекомендуем минимум от 0,6 плотности, то есть это Актуаль Био. Новатра потом идет 0,75 плотности, полигаль стандарт 0,8 и селекс премиум. Также есть еще карбоглаз усиленный, у него 0,68 плотность. Все, больше мы ничего не рекомендуем. Если вы кто в курсе, все сады стоят вот в это, в какашку вот такую. Это еще желтый поликарбонат. А когда видите белый, весь разрушившийся, это просто ахту. Следующий момент, значит, для того, чтобы мы в основном там ставим обычные теплицы на брус. Для того, потому что у каждой теплицы должен быть фундамент. Без него никуда не деться. То есть вы не можете повесить теплицу в воздухе, как говорят, там колышки вбить, там какие-то там трубочки. Ну, в общем, бред такой несут полный. Какие-то якоря, там какие-то... В общем, развязку. Теплица, капитальное сооружение, она должна стоять на фундаменте. Все. Без никаких но или там придуманных. Вы не сэкономите на фундаменте. Поставили на фундамент. Идем дальше. Чтобы, ну вот сюда давайте зайдем, ветра, это капелька 2 метра ширины. Поставили на фундамент, у вас площадка просто, да, отсыпана землей. Для того, чтобы мы свои гарантийные обязательства выдержали 10 лет, забивают специально по углам якоря. То есть труба в каждый угол, если там до 4 метров, то забивается 4 штуки, если 6 метров, 6. Кувалдами, главное, чтобы не было смещения. Это вот так вот. Это вот наша полузимняя теплица, которую мы зимой эксплуатируем. Чтобы не было смещения по ветру. Все. И все стоит замечательно. Ну вот, вроде бы все. Главное, каркас, поликарбонат и гарантия от производителя, кто он будет продавать, монтировать и так далее. Ну, остальные допы, которые никто почему-то не может нормально делать, надо вам уже будет придумывать самим. У нас все есть. Фрамуги верхние.
Двери двухстворчатые. Двери цельные. Форточки стеновые. Они снутри, правда, открываются. Видите? Все, есть полностью загрузка, полностью 100%. Форточка дверная. Это стоит на автомате. Даже ручки есть убраны. Обратите внимание. У нас, видите, автоматически открылась. Фрамуга тоже автоматическая. Форточка торцевая вот такая огромнейшая. Ну и соответствующая покраска. Сейчас я вам покажу, пойдемте в цех. Открою, так сказать, секреты некоторые. Запомните. Заходим. Заходим. Вот они стоят, теплицы. Видите, оцинковка вся. Подготавливаются к покраске. Это вообще куда-то завтра поедет, неизвестно, не помню. Накладные надо смотреть. Вот здесь наносится порошок. Сейчас подготовка проходит. Здесь получается из печи. Вот она, готовая. Покрашенные детали. Видите? Также красятся теплицы. Много-много раз это уже показывали. У нас здесь мы экскурсии даже проводим. Тоже теплицы, все стоят. Вот этот заказ поедет завтра или послезавтра в Москву. Это метлайдер дом. 4 шириной, 6 длиной. С разбитой крышей, так можно сказать. Одна выше, другая ниже. А это полотенцесушитель. Крытый. Летняя переборка. Вот это вот стоит легенда. Будет 4 метра шириной. Стеклянная полностью. 4 на 10. Такая огромная будет. Теперь скоро покажем. Вот я вам показывал. Видите, образцы разобраны. Вот она. Зеленая. Которая живеет. Ее на металлолом скоро пустят. Это беседки стоят. На нанести красить. Легенды 2,5. А вот стоит легенда, в Питер поедет скоро. Это легенда 4 на 8, каркас поедет в Питер. Поэтому заходите к нам в гости, смотрите нас. У нас есть все, даже вот такие хлебницы. Давайте подведем итог. Значит, первое, это значит ширина-длина. Второе, форма. Третье, значит, производитель. С гарантированным, с какой-то гарантией минимальной по снеговой ветровой нагрузке, естественно, с установкой и с качественным каркасом. Также поликарбонат рекомендуем брать не меньше 0,6 плотности, а лучше сразу же 0,7. 0,68, 0,7, 0,75, 0,8. Вот Селикс премиум, 20 лет пишет, да? Вот он, у него плотность прям жёлтая, это 0,8. Следующий идет стандарт полигаль. Даже плотность 0,8. Ну и соответствующая цена, не забывайте. Вот Актуальбио. 0,6 плотность, он уже помягче. Немножечко помягче. Потом идет Новатра, который мы всем рекомендуем. 14 лет. Все в России его знают, что это очень качественный поликарбонат по ГОСТу. Именно единственный остался совпастовский. Поэтому, ну, остальное, который дешевый, типа вот такого. Вот так вот. Это Satellite. В общем, очень и очень много дешевого поликарбонат по 1000 рублей. Хороший поликарбонат, который простоит минимум у вас хотя бы от 7 до 10 лет, это ценой на рынке минимум от 2,5-2,800 за лист. Все, что дешевле, это вам прослужит от 2 до 5 лет. Все. Вот так вот. Поэтому огромное-огромное вам спасибо за то, что посмотрели нас.